Уважаемые казахстанцы и других стран люди, которые поддерживают активистов в Казахстане, а в частности меня, я хочу по вас поблагодарить за вашу поддержку, за ваши молитвы, за ваши добрые слова. Я ощущаю поддержку, поэтому мы здесь не сдаемся, боремся дальше. И сердце наше главное, оно спокойствие, и то, что мы делаем правильные вещи, оно нам дает силу, и мы идем дальше. Знаем, что у нас очень много людей, которые хотят видеть Казахстан процветающим, успевающим. И поэтому хочу сказать, чтобы вы все продолжали делать каждый своем месте, что мы можем, общими усилиями мы добьемся справедливого, светлого, правового, демократического Казахстана. Алла Казахстан!